Наверное, не осталось ни одного уголка в мире, где бы не был известен этот удивительный фрукт. Вкусный, полезный и в удобной природной упаковке. Удобно чистить, удобно иметь под рукой в качестве перекуса, да еще и совсем недавно, можно было сказать, но очень дешево и не сердито. Вот только не фрукт, банан, а ягоды, и просто его съесть, и, пожалуй, довольно спорно кулинарное решение. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня в программе «Что есть?» интересные факты о бананах и приготовление интересного блюда. Бананы в мире занимают почетное 4-е место среди выращиваемой сельскохозяйственной продукции, уступая только пшенице, рису и кукурузе. В год их съедается столько, согласно статистике, что мои какие математические, арифметические, ну, в общем, плохо считаю, знания меркнут. Цифры это с 11 нулями. И, наверное, это не случайно, памятуя тот факт, что разносортица банановая имеет место, и столовые есть, и овощные, и десертные. Блюд из них можно приготовить великое количество. И каких блюд? Бананы по питательности не уступают картошке. А уже одно содержание витамина В6 с его помощью организм вырабатывает серотонин, натуральный антидепрессант, говорит само за себя. Ешьте бананы и будьте всегда в хорошем настроении. Хотя, если учесть, что пальму первенства по употреблению бананов удерживает Уганда, 220 килограммов на одного человека в год там съедают. Для сравнения, в Америке, где бананы являются самыми популярными плодами, всего 12 килограммов на человека в год. Значит ли это, что уганцы – самые счастливые люди в мире? Но вернемся к нашему рецепту, а значит, как раз Соединенные Штаты. Наверное, еще ни одно блюдо не прославилось так на весь мир благодаря не вкусу, а имени своего почитателя. Попробовав как-то сэндвич с бананом и беконом, король рок-н-ролла Элвис Пресли выкупил рецепт и передал своему личному повару Полин Николсон. И хотя диетологи не советуют употреблять углеводный банан с мясом, а историки от кулинарии и биографы великого Элвиса до сих пор сомневаются, а был ли там бекон, мы все же попробовали воспроизвести эту культовую композицию в мировой кухне, названную сэндвичем Элвиса Пресли или просто сэндвич Элвис. Воспроизвели. Теперь давайте детально проговорим рецепт. Сэндвич с бананом и беконом. Один ломтик хлеба смазать сливочным маслом, другой – арахисовой пастой. На арахисовую пасту положить нарезанный банан, на масло – полоски бекона. Соединить хлебные ломтики, обжарить с двух сторон. Понять, бекон здесь далеко не лишний, хотя и без бекона получается удивительно приятный сэндвич на завтрак. Вкусного вам начала дня. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.